ходил на ярмарку, ничего толком не купил, кроме арахиса. Сейчас пост перехожу, вернее уже перешел как с понедельника на растительную еду. Дочка кролика заказала, на ярмарке не оказалось, рядом сельпо тоже не оказалось. Ну вот иду, хочу показать опять снег. Это у нас 20 марта 2016 год. Вот это у нас тут одно такое озерцо, самое дальнее от моего дома. Вот оно с такими. Вот. Самое такое вроде бы как облагорожено. Здесь еще до недавнего времени были бараки. Вот. Них там уже не жил лет 5-7, никто, может даже и больше. Построили новые дома. Вот в прошлом году уже люди в сентябре месяце с этой секции начали заселяться. Это детский садик тут. По месту. Вот второе озеро. Второе озеро вот это у нас зимой не замерзает. Вот, утки плавают. Всю зиму не здесь бывает. Сильные морозы. Корка льда покрывается. Ну, приблизительно. Жалко, хлеба с собой не взял, так бы сейчас зрелище устроили. Тут лезут по снегу вверх утки, назад съезжают. Так прикольно. Когда-то с дочкой кормили. Кто на пробежке? Следующее озеро мое будет там через дорогу. Вон церковка, которая напротив моего дома, уже виднеется. Кто-то мне названивает, так что буду прощаться. Свое озеро показывал, теперь показал. И другие озера. Все, пока.